Министр связи Амурской области Александр Курдюков умер после того, как его избили неизвестные на туристической базе, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Приамурья Василий Орлов. Вчера вечером умер Александр Михайлович Курдюков. Работали с ним в правительстве. Он был министром цифрового развития и связи Амурской области. «Светлая память. Ушел очень рано», — написал Орлов. Курдюков был избит неизвестными 17 июля во время отдыха на туристической базе и госпитализирован с черепно-мозговой травмой и несколькими другими серьезными травмами. Курдюков был назначен министром в январе 2021 года. В областном правительстве он работал с 2010 года, начав с должности начальника отдела автоматизации и информационных технологий Министерства социальной защиты населения Приамурья. По информации телеграм-канала LifeShot, на министра напал пауэрлифтер Алексей Шкарин, а драка в местном пансионате произошла из-за того, что мастер спорта якобы оскорбил супругу Курдюкова, арендовавшего на базе отдыха гриль-зону.